Владимира Корнева обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в 2010 году глава Нефтегорского района получил квартиру стоимостью в 708 тысяч рублей в обмен на разрешение на строительство многоэтажного дома в Нефтегорске. Обвинение ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде ареста на 2 месяца. Следователи опасаются, что Корнев будет оказывать давление на свидетелей. Рассказывают, что он якобы уже пытался подкупить директора компании-застройщика Андрея Зацепина, который дал на чиновника показания. Предлагал 10 миллионов за молчание. Таким образом, с учетом вышеизложенного, следствие полагает, что в целях дальнейшего достижения целей уголовного суда производства необходимо избрать обвиняемого Корнева меры пресечения в виде заключения под стражу. Сам Корнев факт давления на свидетелей свою вину отрицает. Считает, что его хотят снять с должности, а судебный процесс якобы связан с возвращением имущества, которое было незаконно приватизировано при прошлом главе муниципалитета. То есть цель одна у этих людей – снять с должности, чтобы я не мешал в процессе, который сегодня активно идет по возврату этого имущества. Вот и все. Мы сейчас обсудим с адвокатами наши дальнейшие действия, будем обжаловать однозначно. Суд решил, что веских оснований для ареста Корнева пока не предоставлено, а потому продлил срок его задержания еще на 72 часа. Терра следит за развитием событий.